Привет, друзья! У нас опять солнечные дни, у нас, походу, бабье лето, это точно. Опять я кофту не по погоде надела, но лучше подстраховаться, потому что с утра, когда я выходила на работу, было прохладно. Я нахожусь сегодня в жилом комплексе «Раз, два, три». Он находится на Анапском шоссе 24, и сзади меня уже два дома, которые сданы. А с этой стороны два дома, которые будут сдаваться в декабре. То есть сейчас там идет комиссия, подготавливают дом под сдачу. Третья очередь, которая вот-вот между этих двух домиков, это у нас третья очередь, она будет сдаваться во втором квартале 2000. Эти дома уже полностью готовы, поэтому вот-вот будут сданы в эксплуатацию. Какие плюсы я могу выделить в этом ЖК? Первое – доступность гипермаркета «Магнит». Многие недооценивают эту доступность, но на самом деле это самый большой магазин для продуктов. Здесь вы найдете товары по акциям. Часто бывают товары по акциям в половину раза дешевле, чем в обычных магазинах розничных. Здесь хороший ассортимент, в принципе, товаров. Это неплохой вариант именно закупаться на неделю, как делаем мы с мужем. Мы сюда приезжаем именно в этот гипермаркет. Второй момент. Напротив, в микрорайоне Алексеевка, то есть через дорогу, есть уже детский садик «Лазурный». Открытие его было совсем недавно, в прошлом месяце. И также в этом же микрорайоне уже начато строительство школы в микрорайоне «Лазурный». То есть также будет через дорогу от вас, через Анапское шоссе. Во дворе мы видим хорошую зеленую территорию. Здесь у нас скейт-парк. Вот видите, на велосипедах здесь катаются малыши. Стриженными туями, видите, их только недавно подстригли, они идеально ровные. Про парковочные места скажу так. Я заехала и припарковалась сразу возле нужного мне подъезда. Я вам сегодня буду показывать однокомнатную квартиру 43 квадрата. Смотрите, вот передо мной стояла машина, я прям за ней парковалась. То есть я не по этой машине ориентировалась. Там была машина, она уже уехала. То есть вообще проблем нет. Дальше я тоже вижу свободные места. Парковка сзади этого дома, парковка возле гипермаркета. Кстати, вот это вот большое двухэтажное здание, это у нас торговый центр, где мебель можно купить. Там же находится KFC. Макдональдс находится через дорогу от гипермаркета «Магнит». То есть, в принципе, здесь нормально все по инфраструктуре. Также ездят маршрутки, которые вас довезут хоть на Пионерский проспект в ту сторону, хоть в саму Анапу. То есть проблемы с транспортом здесь также нету. То есть это очень хороший вариант для постоянного места жительства, для переезда не ради моря, да, а именно переезда жизненно в курортном городе на море. То есть здесь можно жить постоянно с семьей, тем более вот садики, школы есть, я уже сказала, детские площадки также имеются. Вот, кстати, одна из таких больших детских площадок, здесь прям целый детский городок. Здесь и качели, пожалуйста. Очень хорошо, что я приехала днем. Я вам как раз сейчас покажу, что здесь есть детки, играют. Тем более эти два дома-то уже заселены. Здесь идут ремонты, кто-то уже переехал. Также в этом доме можно купить квартиру уже с ремонтом, даже с мебелью продают. Теперь по ценнику. Студию можно купить за 1 750 000. Однокомнатную квартиру можно купить за 1 270 000. Двухкомнатную можно купить за 3 550 000. Студия с ремонтом вам будет стоить 2 300 000. Однокомнатная квартира с ремонтом будет, это 32 квадратных метра, 2 600 будет с ремонтом. Двухкомнатная квартира будет 4 100 000 стоить с ремонтом. Конечно же, как и плюсов, так и минусов здесь хватает. Например, один из таких глобальных минусов, то, что парковочное место подземельное, например, стоит 500 000 за одно парковочное место, это 16 квадратов.
второй, наверное, минус, это очевидный минус, про него нельзя не сказать, это, наверное, этажные застройки. Здесь 20 этажей, и, конечно же, как вы видите, здесь будет проживать достаточно большое количество семей. Но плюсы тоже имеются, как я и сказала, это транспортная доступность, инфраструктура налажена. И по ценнику я вам скажу, что это один из бюджетных вариантов, потому что, ну, чем ближе туда к морю, тем будет, конечно же, намного дороже. А здесь вы получаете новостройку, то есть новое свежее жилье и по нормальным ценам. Я вам хочу показать, какие здесь планировочки у нас имеются. Давайте сразу пройдем вот в эту квартиру на втором этаже, и я вам расскажу, какая там отделка. Добро пожаловать в однокомнатную квартиру, 43 квадратных метра. По порядочку начнем у нас с санузла. Такой вот у нас здесь санузел. Постараюсь подсвечивать более такие крупные важные предметы, чтобы вам было видно. Здесь установлены счетчики, даже сделан такой короб импровизированный для счетчика. Кстати, у нас санузел занимает 4,3 квадратных метра, то есть здесь поместится даже ванна, если вы об этом переживаете и волнуетесь. То есть ванна здесь вполне себе станет. Немножко темновато, но я думаю, суть вы все равно поняли. Давайте сразу туда зайдем в кухню. Здесь у нас будет кухонька 9,7. Маленькая, но зато уютная. По крайней мере, здесь идет еще и выход на лоджию. Здесь панорамное остекление. При желании вы можете эту перегородку убрать. Лоджия здесь занимает 3,5 квадрата от общей площади 43. Здесь у нас, видите, какая зеленая зона, лужайка с деревьями. Деревья высажены уже. Детская площадка, то есть если у вас есть дети и вы будете выпускать, вы всегда будете видеть и знать, что с ним все в порядке. Многие спрашивают, мы не понимаем в предчистовой отделке, где должен быть кухонный уголок, мокрая зона. Отвечаю просто, это вот этот угол, который смежный с санузлом, потому что, ну, чтобы длинные трубы не тянуть вам, мокрая зона, как правило, располагается за стенкой с санузлом. То есть вот здесь вот у вас уже будет кухонная зона. Радиаторы установлены, давайте я вам тоже его покажу. Такой вот радиатор. Жилая комната у нас целых 15,7 квадратов, 16 квадратов, и вот она действительно даже со стороны кажется громадной. Окно у нас, видите, тут такое большое, света очень-очень много попадает, радиаторы также здесь установлены. Кстати, стоимость этой однокомнатной квартиры 2 миллиона 450 тысяч. У нас площадь получается коридора с прихожей зоной 5,8. То есть вы можете запросто здесь встроенный шкаф-купе сделать, да, либо прихожую встроить. Глубина, я думаю, больше даже 60 сантиметров, даже как бы не под метр подбиралась. То есть можно довольно глубокий шкаф здесь поставить. И достаточно уютный получается коридорчик. Здесь можно, пожалуйста, зеркала ставить. В общем, все, что вашей душе угодно, как говорится, здесь только ваша фантазия. Это у нас однокомнатная квартира 43 квадратных метра, жилая комната 16 квадратных метров, кухня у нас 9 квадратных метров, лоджия 3,5, санузел 4,3 и вот такая общая зона коридора 5,8. Но здесь можно встроить шкаф-купе. Обращайтесь, звоните, телефон указан в описании под видео. С вами была Светлана. Я надеюсь, кому-то, может быть, будет интересно, пишите. Ну,
И у нас еще действует рубрика «Напиши в комментариях жилой комплекс, который ты хотел бы посмотреть». Вот я рассказала все, что есть в шаговой доступности, рассказала по объектам инфраструктуры, показала дворовую территорию, вот даже показала типовую планировку однокомнатной квартиры. Именно такая отделка идет от застройщика, это предчистовая отделка. Вам нужно будет только решить что-то с потолком, и можно делать чистовую отделку. Единственный санузел практически везде делается в черновой отделке, это тоже вам нужно иметь в виду. Но на этом все, друзья, пишите комментарии, надеюсь на вашу обратную связь. Всем пока-пока, до новых встреч!